Обладать большинством, республиканская партия. Я считаю, что есть очень много людей, которые действительно думают о судьбе республики и этого народа. И мне кажется, что нужно дать наконец-то им возможность проводить какие-то реформы, чтобы вернуть эту страну к жизни. Я надеюсь, что во главе государства станет Никол Пашинян, потому что, безусловно, он стал национальным героем. И я считаю, что на данный момент популярнее человека в Армении, чем Никол Пашинян, просто нет. Я очень надеюсь, что у него это получится. Çimen kete kadar yemek